В течение 2 дней в Брестском центре Олимпийского резерва проходили областные соревнования по конному спорту. В конце сезона лучшие спортсмены приехали в город над Бугом, чтобы побороться за право называться лучшими. Участие в чемпионате приняли учащиеся детско-юношеских школ из Кобринского, Ганцевического и Березовского района, а также представители 2 частных конных клубов региона. Конный спорт, он нелегкий. Кроме физических качеств, я имею в виду таких координация, там, смелость немаловажна, здесь еще и нужно трудолюбие. Поэтому, к сожалению, у нас 95% это девочки. Ребята почему-то не очень хотят, хотя мы ждем ребят. Программа чемпионата включала в себя разные маршруты, разной высоты и ширины препятствия. Чтобы добиться поставленной цели и одержать победу, пришлось преодолеть немало барьеров, опередить соперника на несколько очков. Всего в соревнованиях приняли участие более 60 спортивных пар. Самым юным и перспективным спортсменам турнира 13 лет. Верхняя планка возраста участников не ограничена. Кто сюда приходит, они, конечно, обладают прежде всего трудолюбием, любовь к животным, без этого никак. Ну и желание прыгать и смелость, потому что сесть верхом – это все-таки высоко. Соревнования – это часть моей жизни, это, скажем так, анализ моей работы, которую я провожу с лошадьми, над собой, со своим тренером. И показывает, к чему мы пришли, делать какие-то выводы, чтобы идти дальше, не останавливаться на достигнутом. Общение с лошадьми, оно немножко, как многие говорят, я перестал, конечно, это замечать, но многие говорят, что оно успокаивает и настраивает более позитивно даже по отношению к людям при общении. Вот. Они, лошади, делятся своей энергией положительной с людьми и заряжают их на более позитивный лад. В центре Олимпийского резерва всегда многолюдно. Этот вид спорта пользуется особой популярностью у брестчан и гостей города. Ведь именно благодаря конному спорту или просто верховой езде, когда человек проводит много времени с лошадьми, он действительно становится более дружелюбным, терпеливым.